Рождество в Бресте всегда встречается красочно и необычно. Нарядные витрины магазинов и подарки только радуют глаз. И самое главное, ожидание чуда присутствует в сердцах людей. Несмотря на то, что погода не шепчет вьюгой за окном и не балует морозом, у брестчанных гостей города над Бугом настоящее праздничное настроение. Это очень светлый праздник, который нас воодушевляет, дает нам надежду на хорошее, надежду на чудо. Этот праздник означает тепло, радость, здоровье, день прощения, чтобы люди прощали всем все свои грехи, грехи чужим людям. И самое главное, чтобы всем желали здоровья, счастья и мира, мне кажется, больше ничего и не надо. Для нашей семьи это большой святой праздник, поэтому всегда ходим в церковь вместе с ребенком. Вот. Просим Бога что-то, чтобы дал нашей семье всего хорошего и здоровья близким, родным. Для меня это самый большой праздник. Я зашла в церковь, хотела икону купить детям, подарить на праздник «Тайная вечера». В такой большой праздник. Ну и я всем хочу пожелать всем здоровья, счастья. Надо жить с верой в Бога, в людей, в себя, любить детей, любить людей, ближнего. Не осквернять, жить с добрым сердцем, с радостью. Самые искренние и светлые пожелания, комплименты и подарки. Рождество обладает удивительным свойством сплочать людей, иногда даже самых разных социальных кругов и интересов. Это время, когда каждый хочет почувствовать тепло и ласку, понять, что кому-то нужен и очень дорог. Брестчане в этот день желают друг другу всего самого наилучшего. Для меня этот праздник особенный, конечно. Это все же Рождество. Ну, я хочу сказать, что в этот праздник я бы всем людям пожелала быть искренними, вот, добрыми. Хотим пожелать брестчанам в этот праздник счастья, здоровья, семейного благополучия, что их родным, близким, что все были здоровы и счастливы. Праздник семейный, благополучия, любви, счастья. Я бы пожелала в первую очередь крепкого здоровья и благополучия, чтобы у них столы всегда были полные, и их карманы тоже. Крестьянам побольше быть добрыми, больше милосердия к людям. Всего хорошего. Рождество – праздник истины и света, веры в чудо и в то, что все будет хорошо. Важно помнить, если нет этого праздника в сердце, то и под елкой его не найдешь. Главное в Рождество – не открыть подарки, а открыть сердце. Откройте его друг другу.